МД «Регион». Магазин предлагает огромный выбор катушек, запчастей и аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Товары для туризма и активного отдыха, фонари, луки, арбалеты, палатки, спальники и так далее. В МД «Регионе» есть все, что нужно настоящему кладоискателю. Более 100 магазинов по всей России и Казахстану, профессиональные консультации специалистов, форум по поисковой технике. Если ты хочешь приобрести надежный, проверенный товар отличного качества, то вам в МД «Регион». Ни один клад от вас не ускользнет. Заходите, не пожалеете. Всем бонжур, друзья мои, девчонки, пацаны. Итак, опять сегодня приехала на старый проклятый шурф. Здесь вчера мы копали, нашли, кто помнит, где солнце? А, солнце здесь. Нашли рубль Елизаветы Петровны вроде, или Анны Иоанновны, не помню. Елизаветы вроде. Дальше смотрим, что за сутки произошло. Как обычно, все плавает. Все плавает. Сегодня у нас по плану. Какое по плану? Вот этот кусок, где-то вот до этой ямы снять примерно. И желательно бы вот сюда еще продвинуться. Видите, кости валяются тут. Все проклятое. Горшки я сюда скидываю. И здесь хотя бы метр убрать тоже. Ну, хотя бы на такую сторону. Хотя можно сюда продвигаться. Но я, наверное, сейчас туда еще сделаю там, потому что идет еще грунт небольшой. А потом сюда начну. Вот. Сегодня у нас гораздо жарче, чем вчера. Вчера ветерок был. Сегодня даже ветра нету. Машкара меня загрызет. Но я буду брызгаться. Не знаю, сколько сил хватит. Но все равно будем разрабатывать. Там кто-то буксует. Лесники, походу. Надо у них трелёвочник попросить потом здесь все разровнять. Что будет интересно, покажу. Что не будет интересного, не покажу. Если это видео увидите вы, значит, что-то я нашел. Если не видите, значит, ничего не нашел или не показал. Погнали. Так тут грязно. Что-то так быстро там, да. Далеко ушла, было плохо слышно. Так я сейчас подойду к тебе. Всем привет, ребята. Смотрите, какая у меня штучка есть. Приехали на старый проклятый шурф. И вот такую штучку сейчас я с собой вожу вместо кобуры. Опачка. Это нам компания прислала, которая пинпойнтер. Даже название не выговорит. Пинпойнтер, помните, китайский я вам показывал? Зимой. И тут недавно, который был. Вот они же говорят, смотри, у нас что есть. Надо ли тебе? Я говорю, давай. Смотри, как удобно. В плане, чем неудобна одна кобура, вот когда здесь висит. Если вы осенью или зимой ходите, и у вас куртка. Куртка марается, это надо загибать, вставлять, да? Почему такая кобура удобнее? Между прочим, я уже третий выезд с ней. Сначала попробовал, удобно, неудобно. Копать удобно, быстренько отстегиваться, убираешь машину, все скидываешь здесь. Это всегда на петле висит. О, кармашек. Здесь у меня щеточки, можно на ходочке ложить. Так, все регулируется на резинках здесь. Здесь на подтяжках. Очень удобно. Сегодня у нас старый проклятый шурф. Обозначь, сколько я здесь накопал. Потихоньку перекидываю с места на место это все. Сюда, сюда, вот эту на поляну мне всю посмотреть. Ну, здесь я руб серебряный нашел. Ой. Фиг знает, где тут что. Пока ничего интересного нету. Где-то было две находки, я не помню, куда их делать. Это, я не знаю, если интересно, что-то будет, на основном канале выложу. Если ничего интересного, такой цикл передачи, потому что я сюда регулярно езжу, и мы записываем. Кому интересно, между прочим, ссылочку, наверное, оставлю в описании. Если есть ссылочка, не знаю, вроде у меня есть, а вроде нету. Ладно, сейчас я переоденусь, хотя бы москитник надену и начну здесь чуть-чуть откидывать. Я понемножку, раз, метр откидал, уехал. Метр откидал, уехал на следующий день. Все лето здесь копаюсь. Всем пока, удачи. Смотри. Нет, ты показывай на металлоискателю. А? Ты что? Где-то вот здесь. Вот в этом месте. Давай раскопаем. Посмотрим.
Что тут? Что я потерял? Где? В каком месте? Вот в этом. Что-то вот здесь пробиваться вроде. Не знаю. Может, железяка. Встань, общий план возьми. Подозрительно, что? Сапутки вообще почти нету. Одни горшки и все, больше ничего нету. Покажи, и куча костей. Человеческие кости. Да посмотрим, что тут. Копаем уже неделю. Ничего интересного. Одна керамика. Так, где я? Там ли копаю? Ты куда-то откинул? Далеко откидываешь эти штуки-то. Ну, как обычно, ушел сигнал. Вот сюда еще ты кидал. Ушел, в общем, сигнал. Как обычно. Девять, десять. Такой наш сигнал, как будто этот крест или пуговица какая-нибудь. Металлопластика, в общем. Не искать сейчас. В отвале грунтов ищем. Ой, чуть яму не провалилась. Пендрусина какая-то. Что это? Что, ржавчина? А что, 8 звучит? Погоди, давай, может, выкопали? Нет, 7-8, вон он. Ты снимай, что показывает на плоскости, пожалуйста. Ой, пинпойнтер не видит. Будем так искать. Вон какая-то штучка. Что это? Слиток серебряный. Заклепка. Так, ближе-то показываю. С узорчиком видно? Ну так, что-то грязненько, так плохо видно. Ты смотри, что фокусировался только. Фокусируется на чём?
Грязнушка такая. Или пендросина такая. Сопутки вообще нету. Вот, вот я единственная, это во всей яме. Странно. Ищем дальше. Немножко работы, как я. Копаю. Там себя-то не могу снимать. Смотри, вот здесь. Покажи, идет какая-то балка деревянная. То ли от дома осталось, то ли фиг знает, там попадаться. Основную керамику мы уже прошли. Вот покажи. Сейчас если зайду, видишь, балка какая-то деревянная идет. Сопутки вообще почти нету. Ну, сопутствующих там пуговицы, крестики. То ли мы выбили тут сверху все, то ли хрен знает, тут ничего не было. Непонятно, в общем. Обычно железо до хера навалено, а тут вроде железо звучит, а нифига нету. Машкары, мама, не горюй. Такой-то титанический труд. Сначала слой снимаю, вот там прозваниваю все. Здесь снимаю, потом это все заваливается дальше. И так переходишь с одного места на другое. Сейчас вон горшок выкопаю, покажу. А может два даже тут. Спрятано, только надо искать где-то. Жабу сейчас видели. Ого-го, с меня ростом. Вот они, екатеринские горшочки. Тут сейчас уже меньше выпадается, вот там. Где-то целая куча. Я туда искалываю кости там. Покажи, покажи что они там, скажи, какие кости с того раза, что-то закопал. Кости все человеческие. Есть челюсть. А где челюсть? Выкинул, что ли? Челюсть там где-то, но... Вон, смотри. Покажи. Горшочек купить? Да, одно вот от горшков. Вообще керамики много выпадают. Горшочек с медом. А нифига даже, пуговиц нету, на. Я вам сюда бросаю это все. Ни железа, ни хера нету. Не знаю, куда все делать. Средства от комаров. Да ни хера не помогают, они везде лезут. Во все щели. Они перед камерой-то летают, 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 их очень много. Я как-то ночью сюда приехал, в 3 часа. 3 часа ночи. Тут что было, глаза нельзя было открыть. Я эту идею быстренько забросил, думаю, ну его нафиг это. Ночью шурфить это хуже некуда. Хотя прохладненько, но невозможно. Тут, между прочим, смотри. Не только екатеринская керамика. Есть еще глазурью керамика. Это уже посовременней. Хотя с этой стороны черная, а внутри уже глазурная. Крынки из-под молока были. Коров доели. Я думаю, это медик там хранился. Что? Медик там, масло, творожок. Да? Ну, покажи. А на него так лежат. Видишь? Угу. Это верх от горшка. Видно, там у тебя расфокусироваться, не? Нет, все хорошо. Блин, мне в рот залетает. Да, не везде тут. И дерево видно, что лежит под деревом. То ли бревно тут было, то ли хрен знает. Закладную монету я ищу. В каждом доме были закладные монеты. Извиняюсь за внешний вид, в другом виде работать невозможно. Может, закладная монета какая-нибудь выскочит. Хотя уже руб мы здесь подняли. Что за закладные монеты? Я а не знаю. Если богатый дом был, во всем четырем углам положили закладные монеты. Золотые? А от степени богатости зависело. Здесь дом был богатый, да, серебряную положили. Может, были и закладные, и золотые закладные, говорю. Но здесь керамика еще есть. И у меня как? Я сейчас эту поляну откидаю, вот ту кучу, обратно сюда закидаю и пойду чуть-чуть туда. Пока все сопутка, ну горшки будут идти. Как кончится, так и нахер завязываю с этим шурфом. В общем, еще работа тут до хера. Не климатит, условия довольно тяжелые. Жара у нас. Потом дожди пойдут. Опять как тут сыро будет. Так что копаю по мере возможности. Стрельнет, не стрельнет. Но мы парни фартовые. У нас всегда стреляют. Даже когда у других не стреляют.
на сегодня все. Фу. Костюмчик у меня. По чуть-чуть копаем, там метра по два, по три. Невозможно, жара, потому что стоит. Так, в следующий раз у меня будет. Вот эту кучу я буду перекидывать, где-нибудь под ней покопаю. Посмотрю, что есть. Что у нас сюда идти будет. Ждите продолжение. Ну, поехали до дома. Очередной раз еду на шурф. Ну, я там потихоньку раскидываю. Взял тележку сегодня. Мешочечки. Смотрите, у нас тут кора. Березово, сколько здесь коры. Баню мы им топим. Баню, раньше печки еще топили, сейчас печек нету, газовое отопление, но баньку растапливать корой самое милое дело. Лучше всех розжигов и всякой шлепендрусины. Взял три мешка, сейчас накидаю быстренько и поеду там. Покидаю, сегодня жарко опять, но облачко есть у нас замечательное, небольшой ветерок. Часик там покидаю землю. Так, езжу постоянно. Не знаю, там сборочка у вас получится целая из нескольких дней. Богатство. Смотрите, начал эту кучу обратно закидывать в шурф. И прямо в отвале нашел сигнальчик. Так, где-то я его... А вот, вот он. Смотрите, закопал с утра, раз не увидел его. Вон, видите, горшочечки тут, шмашочечки всякие. И вот сейчас я обратно эту кучу перекидываю, ее прозвоню потихоньку. Вот она, сопуточка пошла. Крест. Целым. Такой у меня многодневный шурф. Что там снимают, не снимают. Нормально. Какие-то лопаточки. Сопутки вообще мало. Я уже говорил там в прошлых видео. Горшки в основном. Сейчас я эту кучу обратно перекидываю. Перекидываю. И, соответственно, под ней еще прозвоню. Вдруг что есть. Пока ничего интересного вообще нету. Пару кадим попало, я их не снимаю. Нахер они нужны. Раз, это все потом заровняю. Там еще надо докапывать. Неохота пока. Это вот лишний труд. Уберу. Под этой кучей прозвоню, и душа будет спокойна, что там ничего нету. О, в куче сигнальчик. Вот так вот пропускают на шурфе кресты. Ладно, что будет интересно, покажу. Что не будет, на следующий раз. Тут потому что надолго у меня. Тут я вот еще в этом месте хочу выкосить. Здесь еще покопать. Ну, это все будет перекидываться. Я сейчас иду, только откидываю. Так, закидываю, закидываю, откидываю. Потом все разровняется. Ищем дальше. Только камеру выключил, блин. Прозвонил кучу еще раз. Рядом с крестом в отвале еще сигнал. Нормальный такой. Вон, опять. Раз-раз, еще идет сигнальчик. Думаю, не понял. Смотрите. Еще маленькое было. О, вот это красота. Подвесочка серебряная с рубином. Заметили, какая тонкая работа. 12 век. Че, не фокусирует? Рубины, жемчуга и бриллианты. Вот так вот за собой сюда шурф закапываете. Много интересного можете найти, когда закапываете обратно. Смотрите, как тонко все сделано. Помыть надо, нечем. Ладно, потом помою, покажу. О, рядом крест, и это вот здесь в отвале. Это, видать, в верхних слоях лежало. По прозванию. Ладно, эту кучу все равно все буду убирать. Потом еще покажу, что найду. О, ветерка бы чуть-чуть, у нас жарище стоит. Уже вторую неделю. На таковой не езжу. По причине очень больших температур. Так, а сейчас я помою, наверное, вам ее покажу. У меня где-то, вон, вода есть. Сейчас щеточку принесу. И я на этом шурфе приезжаю на часик. Часик покидаю, уезжаю.
Ну, такое видео, сами видите, и составное у меня. Сейчас почищу, покажу. Тут уже Шурфилд приезжал, это не я. Кто-то меня вычислил. Копнул и уехал. Отмыл подвесочку. Смотрите, какая тонкая работа. Бриллианты, серебро. Без потерь вообще. Вот это красотень. Ладно, ищем дальше. Все неудачно, обычно неудачно нифига. Вот Вали, странно, пропустил две находочки. Вот так-так. Подковка выпала. Из отвала, между прочим. Тут раз пропустил, но железо особо не копаю. А тут, думаю, дай копну. Иду сюда. Откидаем, на сегодня хватит. Эту кучу буду убирать, перекидывать сюда. Кто-то орёт в кустах, так интересно. Перекличка, один в одном кусте, и там другой отвечает им. Какие-то животные веселые. Фу, смотри, какие крыночки попадаются, интересно. То ли стакан был, то ли фиг знает что. Здесь я такой первый раз вижу. Или чаша какая-то. Такая интересная, да? Гвозди кованы. Звучат как хорошо. Пока ничего не интересного. Где-то тут. А, о, еще это. Кости животных. Заговорено все. Золото не дается мне пока. Где-то здесь спрятано. Фу, сейчас до сюда дойду, и на сегодня хватит. Надо кучу убирать нафиг. Фу, жарковато. Так, левой рукой показываю. Нет у меня GoPro с собой. В отвале сигнальчик. ...24, в общем, что-то интересно такое. Золото, наверное. Так, давайте я камеру переберу сразу же. Буду правой рукой работать. Все-таки левой мне несподручно. А, вон она. Оп. Хе. Полушка, походу. Так. Ой, сейчас, секундочку. Из отвала выскочила где-то здесь. Откидывал. Так, что у нас тут? Год, между прочим, видно хорошо. 1786. Сейчас я отмою, покажу. Это у нас, походу, деньга. Полушка поменьше немножко. 1768 год. Ну, сегодня я удачно в этот день заехал. Три находки хорошие. Крест, подвеска и монета. Так, так, так. Ну, ладно. Работисто очень. Опять клин от топора выпал. Видно, расплющен, пользовался. Штука хорошая. Забираем. Я уж показывал его. Такие штучки клини расклинивать. Топоры, все, забираю с собой. Опять солнце вышло, надо сваливать. Так, на сегодняшний день все. Что я нашел здесь? Три интересных находки. Сегодня Шур хорошо нам дал этот день. Монета, крест и подвесочка. В чем сложность Шурфа? Не знаешь, где копать. Копаю все подряд, перехожу. Как кончатся эти горшки, так и забрасываю я этот Шурф. Осталось вот здесь докопать и вот здесь чуть-чуть. Здесь вот ничего уже нету. Ну, тут скашу, может, еще. Эту кучу перекидаю. А посмотрю, если за ней сигналов не было, тоже брошусь. Все. Ждите продолжения.
На этом спешу откланяться. Всем спасибо, что смотрели. Подписываемся на канал. Всем пока.